когда стоит выбор использовать факел, либо же все-таки отдать предпочтение налобному фонарю, то в принципе я склоняюсь к последнему, к налобному фонарю. Теперь о нашем фонаре, значит, у него есть 4 режима свечения. Первый — это 100% яркости, второй — это 50%, стробоскоп, ну и, собственно говоря, мягкий свет. Питается он за счет двух аккумуляторов формата 18650, плюс ко всему он оборудован разъемом микро-USB для полной автономии. Допустим, в походе вам необходимо его зарядить, можете напрямую заряжать от пауэрбанка. Теперь давайте рассмотрим, в чем его плюс и в чем его минус. Ну, начнем с минуса. Минус — это, конечно же, он довольно-таки прожорлив. Несмотря на то, что он питается за счет двух аккумуляторов, они все-таки имеют свой ресурс. То есть час-полтора яркого свечения, после надо переходить уже на режим 50% яркости, поскольку начинает тускнеть. Вернемся к нашим плюсам. Плюс. Пылезащитность и некоторая влагозащитность. Попадал неоднократно под дождь, в принципе, работает по сей день. Теперь более подробно о наших аккумуляторах. Два аккумулятора. Плюс в них следующий. Если один аккумулятор извлечь, остается один только в арсенале, фонарь по-прежнему продолжает светить. Я считаю, это достойно его преимущества. Теперь следующий плюс. Если же изъять второй аккумулятор, остается пустым. Напрямую подключаем пауэрбанк к нашему фонарю, то в таком режиме загорается зеленый свет. Это вообще-то свидетельствует о зарядке, но в этом режиме он тоже может работать полноценно. Напрямую от пауэрбанка, стационарно, ну, либо же заряжать аккумулятор. То есть в этом его основные плюсы. Ну, а как он светит на самом деле, мы сейчас спустимся в подвал, где полностью отсутствует солнечный свет, и уже наглядно продемонстрирую каждый из этих режимов в работе. Начнем с первого режима, это сверхяркий фонарь. Посмотрим, как он будет светить в отсутствии полностью солнечного света в подвале. Пойдем. Теперь переходим во второй режим. 50%. Есть возможность регулировать пучок света. Ну и самое интересное — это стробоскоп. И последний — это мягкий свет. На этом мы будем заканчивать наш обзор фонаря. Самое время возвращаться домой. До следующих выпусков. Всем пока. Это мать.